Итак, друзья, впереди город Паг, крупнейший город, но всего лишь на этом острове, на одноименном острове Паг, мы едем в крупнейший город Паг. Нас там ждет прекрасная погода, судя по всему, от которой, я так понимаю, что местные жители уже все довольно давно спрятались на сиесту. Мы будем есть мороженое, пиццу, постараемся увидеть что-то интересное, пообщаться с местными. Самое важное, наверное, это увидеть кружева для нас. Да, я говорю, что я интересуюсь кружевами, вот еду их смотреть в Паг. Не поверите, 3000 километров от Москвы, посмотреть кружева. Очень вам рекомендую, это стоит того. И попробуйте потом не купить эти кружева, вы же проехали 3000 километров за ними. Переехали аж через мост на остров, напились вина, наелись сыра, вот, и купили такие кружева, пажские кружева. Пажский сыр, пажские кружева, пажское мороженое. Все это на острове Паг. Привет! Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Я очень рад знакомству. Скажите, пожалуйста, что вы здесь производите? Какое вино? Я произвожу белое вино, которое называется Гегич, из винограда, который растет только на острове Паг. Когда мы послали пробы винограда в генетический центр в Вене, они это подтвердили. Они сказали, что это действительно виноград, который растет только на нашем острове. Местное вино? Да, местное. Могу я попробовать его? Да, конечно. Это сухое вино. Друзья, ну, честно говоря, если бы я отправлялся в винный тур какой-нибудь, я, наверное, подготовился и мог бы сравнить, да, там, Бордо, Шато и так далее. Но белое холодное вино мне показалось немножко игристое. Но вот в такой жаркий день, наверное, идеально, чтобы вот немножко привести голову в чувство, охладить вот этот жаркий день, сделать несколько глотков и посидеть в тени. Кажется, даже получше, чем пить кока-колу какую-нибудь или воду. Но я думаю, так люди здесь и делают, в принципе, каждый день. 1-2 бокальчика, мне кажется, очень хорошо приводит в чувство и вообще мозги вправляет, потому что, ну, тяжело жить, когда ты практически под солнцем там 7-8 месяцев в году. Наверное, вино мы только и спасаются. Сколько лет вы производите это вино? 22 года. У меня 11 видов вина. Пажский сыр – это овечий сыр. Сыр с острова Паг. Овца дает пол-литра молока в день, и вам нужно использовать 9 литров молока для 1 килограмма сыра. Это очень хороший сыр. Эта фирма производит лучший сыр на острове. Они выиграли несколько золотых медалей в Лондоне. Овца ест траву, которая очень соленая здесь из-за сильных ветров, которые дуют с моря и приносят соль на весь остров. What kind of wine? Tell us. Ветерное вино. Соленый ветер. Виноград. И вкус, конечно, особенный.
вообще очень особенное все. Я теперь понимаю, почему люди отправляются вот в эти винные туры, потому как, ну, действительно, все очень по-разному. Как пьешь бутылки где-то, покупай их в каком-нибудь магазине алкогольном, ну да, ты находишься у себя там на кухне, может быть, ладно, даже в коттедже, наверное, нужно все равно стараться как-то чувствовать вот этот воздух, атмосферу, время года, да, в которое... А тут ты прям погружаешься в эту атмосферу, в этот сыр, вино. Я, честно говоря, ну, где-то в прошлом году, когда немного путешествовал по Италии, и где-то больше, чем полгода вообще ничего не пил, но когда мне принесли сыр, пасту и бутылку красного вина, я понял, что, ну, я не смогу как-то почувствовать этот трип, этот отпуск, если вот не попробую вот этот букет. Поэтому приезжайте в Хорватию, мне кажется, это дополнит ваши ощущения, в принципе, от путешествия. Попробуйте вина вот из крана, который льется там вот в кафе. Попробуйте сыр. Ну, что мне вам рассказывать? Надо приезжать, пробовать это все на вкус. Люди приезжают сюда на автодомах со всей Европы, из Испании, Франции. Здесь чистое море, солнце, хорошее вино и сыр. Вообще вся Адриатика – очень интересное направление для людей из России, где не так много солнца, как здесь. Знаете, вы живете в замечательном месте. Нам, наверное, это сложно понять. У нас-то холодно. И не каждый, наверное, русский возьмет так и вдруг все бросит, переедет жить в Хорватию, хотя я знаю нескольких, которые уже готовы к этому. Вот. Но спасибо за то, что вы делаете здесь, угощаете нас этим прекрасным сыром, вином, продолжайте эти традиции, а мы с удовольствием будем приезжать, отдыхать и, скажем, набираться сил, чтобы переживать наши холодные русские зимы. Вот. И приезжайте тоже к нам в Россию. Welcome to Russia. Мы заехали в небольшой магазин. Здесь нас угостили вином, сыром. Рассказали о том, почему это все вкусно. А вкусно это потому, что здесь все с душой, друзья. Поэтому я увожу отсюда бутылочку красного. Настойку на укропе. Это похоже на граппу, чачу, ну, в общем, виноградный спирт или трусик домашнего столового вина. Попробовал красное и решил, что надо взять. Ну, не знаю, слишком много, мне кажется, через границу перевести не получится, поэтому надо будет принимать решение где-то до, что с этим делать. Если вас лихая занесет в Хорватию, и вдруг вы откроете Google Maps, то обратите внимание на вот эту островную часть страны, которая представляет собой огромный архипелаг. Многие из островов необитаемые, делать там нечего. Там просто пасутся овцы, и пасутся совершенно безопасно. То есть туда приезжают новые хозяева или арендаторы, выстраивают там каменную стену из того же самого кирпича, вернее камня, который там вот в изобилии находится на сопках на этих, выстраивают стены, и в этих вот огромных природных вольерах практически оставляют овец. Это вообще прекрасная идея. Они там пасутся, едят то, что растет, плодятся. Я не знаю, мне кажется, они даже стричь не приезжают. Просто высадил 300 овец в конце сезона, забрал 900. И о чем тебе еще нужно думать, я вообще даже не понимаю. Тебе главное не перетрудиться за все это время, пока ты ждешь просто, когда твой актив в виде овец просто утраивается каждый сезон. Хочешь, если как-то усложнить себе жизнь, пожалуйста, бери молоко от этих овец, делай пашский сыр эксклюзивно, который здесь также производится.
Вот и рассказывает эту веселую историю про то, что здесь соленый воздух, здесь особая растительность и неповторимый вкус пажского сыра. Ну, а если совсем тебе скучно, то бери, открывай лавку и делай мороженое. Мороженое тоже можешь называть эксклюзивным пажским, потому что оно действительно очень сладкое. Почему оно очень сладкое, я понятия не имею. Что-то, видимо, добавляют фирменное пажское, что-то связанное, видимо, с соленым воздухом. Вот так и рассказывает про соленый воздух, который есть и в сыре, и в пицце, и, конечно же, в мороженом. Лет здесь делают мороженое, друзья. Я не знаю, я сейчас попробую, конечно, понять, что значит 50 лет. Ну вот, это уже внуки. А начинал торговать мороженым здесь дедушка. Наверное, передал рецепты. Наверное, все вот это осталось, я смотрю, наверное, с тех времен. Ну, конечно же, новые холодильники, но, наверное, вкус, я надеюсь, все тот же, как и был 50 лет назад, друзья. Сейчас попробуем. Хочется попробовать все, но сегодня, наверное, получится съесть парочку вкусов. Я взял ягодное и лимонное. Надо есть быстро, чтобы оно не растаяло. Ну что ж, может быть, на обратном пути я еще зайду. Клубничное мороженое. Очень, очень вкусное, как будто ешь ягоду, а не мороженое. Невероятное. По вкусу, я сейчас не буду пробовать. Потому что лимон сейчас перебьет весь вкус. Но, ребят, надо попробовать обязательно. Пажские кружева, друзья, одна из местных достопримечательностей. Если вы хотите что-нибудь привезти действительно аутентичное, то покупайте кружева. Здесь их делают вручную. Можно купить какую-то салфеточку, скатерть, может быть, что-то из одежды. В общем, если мы говорим про Паг, остров, то подразумеваем кружева, подразумеваем сыр, подразумеваем вкусное вино и еду. Ага. Да, покажи. Ага. Да. Это оригинал, то шива с иглом. Иголкой вышивается. Иголка, да. Это делается вручную, друзья. Так, вот. Шива на кушин. Маленькой иголочкой вышивается вручную. Два шива. Вот, получается вот такая красота. Yeah. Очень тонкой иголкой делается вот эта работа. Работа.
А вы сами радите? Я. Yeah. Вот женщина сама вышивает вот эти узоры, и здесь их можно приобрести. Приезжайте, заходите в лавочку. Морские звезды. Да, это морская звезда. Морская звезда. Морская звезда, море вокруг, море. Поэтому звезды. Хвала Лепа. Хвала Вама. А город построен был 11 веков назад, если мы живем в 21 веке. Не знаю, насколько здесь все сохранилось с тех времен. Видим, что фасады как-то украшают, обслуживают. Появляются провода, мобильная связь. Но что-то можно угадать в какой-нибудь необлицованной каменной стене, что да, действительно, это древность. Это очень старые дома. Вот как вот этот, допустим, трехэтажный. Из камня, из какого-то, с раствором. И, ну, разве что шифер какой-то на крыше лежит, а не черепица. Ой, не знаю, захотел бы ли жить здесь. Наверное, слишком жарко все-таки. Можно приехать сюда погулять, съесть мороженое. Желательно не в июле, а может быть где-то в бархатный сезон. Вообще Паг – место, куда стоит приехать исключительно с целью гастрономических приключений. То есть поесть сырку, выпить вина, ну и заодно окунуться в историю этого края. Здесь же куча всего происходило, какие-то кровопролития. Никакой из мировых, так скажем, исторических этапов не обошел стороной эту землю. Всякое творилось, и не очень хорошее, может быть, даже страшное местами. Но в целом, видите, эти стены, они по-прежнему светлые, гостеприимные. Поэтому приезжайте в Паг, ешьте вкусно, гуляйте в головном уборе. Не забудьте солнечные очки. Добро пожаловать на островную Хорватию, друзья. Юрай Далматинец, друзья. Памятник располагается на побережье. Тут очень много заливов, вся вот эта красота. А это местная знаменитость, он построил этот город, известнейший архитектор Средневековья. Мы можем наблюдать, как я имею смелость предположить, что центр и самые красивые здания и улицы построены не без помощи этого интересного деятеля, друзья. Все очень понятно по вывеске. Видите, написано «Град Паг», «Градска Веча», «Республика Хорватска», «Городначальник». Ну, то есть, по сути, мэр. Все очень похоже на русский язык, какой-то старый славянский. Здесь нам дает понять, что все это, вот, собственно, языковая зона, в которой мы, даже не зная ни слова на хорватском, можем, на самом деле, понимать людей, которые здесь живут. Да, в принципе, мы заходили в магазины, покупали мороженое, и везде нам сказали, что мы вас понимаем. Ну, может быть, они не смогут там раскрыть глубоко мысль на русском языке, процитировать Гоголя вам, но купить, поесть, спросить что-то про город, вы всегда можете и обязательно получите ответ. Путешествуя на автодоме, конечно же, есть большой соблазн сэкономить, купить в магазине еду. Но я думаю, что какой-то из приемов пищи нужно все-таки проводить в ресторане, пробовать аутентичную кухню. Сегодня у нас прошут, по-итальянски прошутто, по-испански хамон.
но приблизительно это одно и то же. Это вкусное мясо, тонко нарезанное. Есть потолще, есть потоньше. Разная подача с фруктами, с сыром, с помидорами. Ну вот сегодня у нас вот такое красивое блюдо, листья салата, оливки, конечно же, традиционные для этого края. Мы это все решили подкрепить пиццей на 8 кусочков, друзья. Поэтому обязательно ходите в местные ресторанчики, если не лень, почитайте отзывы на каком-нибудь ресурсе по типу хотя бы Google карты. Всегда можно посмотреть, где 5 звездочек, а где 1. Вот, и везде вас будет ждать что-то новое, интересное, друзья. А мы сегодня вечером пробуем прошут и пиццу в городе Пак, друзья. Это небольшой аперитив перед вечеринкой, посвященной латиноамериканской музыке. Я бы пожил бы здесь годика 2. Окунулся бы в это настроение, когда ты еще не имеешь права, будучи местным жителем, выходить на улицу, допустим, с полудня до 5 часов вечера. Просто сидишь у себя дома, вообще лучше лежишь у себя дома под кондиционером, слушаешь какую-то болтовню там по телевизору, потом лениво выходишь на улицу, открываешь свою, что у тебя там, лавочку по продаже какой-нибудь сувенирки или, ну, например, там у тебя может быть еще небольшая пекарня. Вообще, мне кажется, классно где-то здесь в сезон. Hello. This is my life. My life. Ya está. No quiero que me digas que me abandona. Ándele, compadre. Cariño como nunca fue.
tan vieja tú me diste a mí, oh mami blue. Tener un poco de calor, sentir lo que es el amor, y todo yo lo viví contigo, mami blue. Oh mami, oh mami, mami blue, mami blue. Oh mami, oh mami, mami blue, mami blue. Venga, maestro. Por Rusia. Ella un día ya se fue, crecí ya no puedo más ser. Mi vida todo ya cambió, oh mami blue. Oh mami, mami blue. Oh mami, mami blue, mami blue. Oh mami. Mami blue, mami blue. Браво! Gracias. С душой. Получим твое здоровье. Lo entierran boca abajo, ¿sabes? Mario. A Pinochet y al Franco boca abajo lo entierran. Por siguiendo. Начал живот без предела, как у клюва прожелика и льда. Сагаем и саям, сквоз маке дочи, само сети у сердцу. Сагаем и саям, сквоз маке дочи, само сети у сердцу. Ноча сми, сердце пати, ноча сми, душа боли, немое, на це олика, роста веса. Que bonito esto, oh! Que bonito, oh! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и не пропускайте следующих эпизодов нашего путешествия по Хорватии.